Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это очередной выпуск по MyClub. Приятного вам просмотра. Ну что же, первый мячик на сегодняшний выпуск, черный мячик, 100% гарантированный черный мячик, поэтому посмотрим, может быть, и Леон, или Месси с первого мячика сейчас нам выпадет. Отправляемся в Испанию. Правая нога, мадридский Реал, это Карим Бензема. 88-й рейтинг, не бы другого француза на центрального нападающего, только из ПСЖ. Было бы вообще замечательно. Ну что же, последний мячик. Я очень хочу поймать здесь Кильяна Мбаппе. Все-таки у нас было очень много французов. Последний, тем более, это Карим Бензема, центральный нападающий. Поэтому я надеюсь, что получится выловить нам Кильяна Мбаппе. Мы отправимся, ну, в Испанию. Жалко, он еще не играет за мадридский Реал. Правая нога. Найки, Барса, и это у нас Бускетс, это у нас Серджио Бускетс. Его я вроде как ловил, 88 рейтинг, он даже вроде как у меня на превьюшке стоял, поэтому как-то так. Ну что же, снова нам дали премиум агента, давайте его откроем, посмотрим. Как вы всегда помните, я сильно никогда не рассчитываю именно на этот мячик, поэтому будем рады даже золотому игроку. Мы отправились с вами в Англию, в Испанию, ну посмотрим. Серебро уже не очень интересно. Это Адриан, нападающий. Так, ну и кто еще нам здесь выпал? Эмонд и Бурда. Ну что же, и дали одного гарантированного золотого игрока. Давайте откроем, посмотрим, кто нам может оттуда выпасть. А в любом случае, я всегда вот хочу, чтобы нам выпал Кильян Мбаппе. Было бы тоже интересно. Мы отправляемся в Англию. Смотрим. Золотой мячик. Вулверхэмптон, наверное. Жоу Маутиньо, скорее всего. 28 номер. Да, Жоу Маутиньо. 83 рейтинг. Ну и, скорее всего, мы его преобразуем в тренера. Итак, друзья, Konami нам дали Куба абсолютно бесплатно. Просто один единственный игрок. Я не знаю, для чего, с рейтингом 82. Но, честно, я не знаю, зачем. Вот, но вроде как дают. Может, потому что они японцы и Куба японец. Может быть, из-за этого, но как-то странно. Все-таки мне он точно вот не пригодится. Итак, мне дали также 400 звездочек вот этих фудкоинов. И я, пожалуй, попробую с двух, так сказать, флангов зайти. У нас есть команда недели, есть команда, я не знаю, почему, ну, клубный какой-то, ну, не Лига чемпионов уж точно. Потому что я не знаю, почему они так подписали. Вот, есть Де Брёйне, Рамос, Тьяго. То есть, вот Де Брёйне я бы уж точно был рад. Как и Рамосу, тоже было бы интересно увидеть именно такую карточку. Ну и в команде недели у нас есть Роберт Левандовский, есть Карим Бензема. То есть, вот этих двоих здесь я бы хотел бы видеть у себя в команде. Если что-то там пойдет не по плану, в любом случае мы их сможем вкачать в кого-нибудь. Поэтому давайте мы начнем, пожалуй, за монеты. И откроем именно вот команду недели. Так, мы отправляемся с вами в Испанию. Если это не Карим Бензема, а это Карим Бензема. Так что замечательно. Один уже есть. Вот, поэтому уже плюс. 94 рейтинг выловили. Ну и давайте помиксуем. Потому что не будем все сейчас сразу пускать на Левандовского в поисках его. Давайте вот здесь попробуем. Вдруг и здесь повезет, и мы вытащим тоже игрока мадридского Реала, Серхио Рамоса. Но посмотрим. Так, это вообще непонятно, куда мы отправляемся. Я надеюсь, это... А, там никого особого и не было, да? Левая нога. Это Алаба. Это Алаба. Но 90 рейтинг тоже как бы. Поэтому как-то, можно сказать, пойдет. Ну что же, вроде как нам побольше даже повезло в команде недели, поэтому сейчас мы отправляемся за Робертом Левандовски. Верим, на самом деле, верим, потому что сейчас нам выпал игрок из Баварии, может быть, сейчас. И, я не знаю, это Голландия какая-то вообще. Да. Рейнш, не знаю, но впервые вообще такого футболиста вижу, но это очень ужасно. 80-й рейтинг нам выпал, очень плохо. Итак, у нас последняя, так сказать, попытка выловить либо Рамоса, либо Де Брёйне. Ну, конечно, я бы лучше бы и хотелось бы видеть Де Брёйне. Поэтому отправимся в Англию. Замечательно, пожалуйста, давайте Де Брёйне. Но нет, это Ливерпуль. Ну, тоже черный мячик.
Тьяго, наверное, да, там все-таки был. Ну, 93-й рейтинг, тоже интересно, но вряд ли попадет в команду. Итак, снова всеми наш любимый премиум-агент, где три футболиста, большая вероятность на то, что выпадет серебряный игрок. Итак, отправляемся мы с вами в Англию, надеюсь, хотя бы на золотой мячик. Сейчас посмотрим. Да, это золотой. Давайте даже посмотрим. Левая нога из Челси. Это Алонсо. Да, Маркос Алонсо с рейтингом 81. Уже 30 лет ему, представляете? Я думал, ну там лет 26 где-то примерно. Кайл Лорис еще и Кабрал нам выпал. Так что как-то так. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.